Как перевозчик справляется с обязанностями? Сотрудники прокуратуры и управления МВД Химок провели в транспорте рейд по соблюдению федеральных законов. Правоохранителей в основном интересовали вопросы технического состояния общественного транспорта, порядок предрейсового и пострейсового медосмотра водителей. По результатам проверки выявлен ряд замечаний к техническому состоянию транспортных средств, а также нарушение порядка проведения медицинских осмотров водителей. Виновников привлекли к административной ответственности, а руководство автотранспортного предприятия обязали устранить нарушения в кратчайшие сроки.